Привет всем, с вами Ум Стайлз, и мы начинаем делать летсплей на Skyrim. Это будет очень долгий летсплей. Очень. Просто очень. Ну что ж, поехали. Бля. Ро, хара, хуя. В свитках сказано, так когда брат брату враг, взмоют в стужу два мрачных крыла, Алдуин бич монархов, тень давних веков, жадность чая весь мир пожрала. Я тоже хочу жрать пельмени, после того, как сниму пельмени за хуяр. За кого б начать играть? За жирную корову? Ладно. Ну что ж, мы сейчас нас арестовали, и хотят этот, но потом появляется дракон. Не буду рассказывать, кто это, но хотя уже все знают, кто это был. Что я намерен на этот летсплей сделать? Я хочу выбраться из Хелгена и закончить на этом, да, все. Ну, что сказать? Хочу я начать, кем я хочу начать? Я хочу начать мага. Ну, не начать, а выбрать. Больше спираться на мага. Но я буду пытаться использовать и этот, скрытность. Эй, ты. Слушай, эй, ты. Ты шо? Тебе шо, в глаз дать? Хотя я вижу, тебе уже кто-то дал. И тебе дал. А тебе рот завязали. Мудак. Бла-бла-бла. Да закройте вы рот свой. Ну если что, если вам интересны эти диалоги, читайте субтитры. Окей? Окей, конечно же, как иначе. Да вы задолбали, я тебе сейчас ноги уебу. Ты. Заебали, блядь. И сейчас, братья, еще. Что ты сказал? Или кто это сказал? Ты сказал? Или ты там, вот тот, который впереди. Да я вам сейчас, я вам всем покажу. Я буду забрать его в бурю, я вам всем покажу. Перережу тут вас всех нахрен. Мудаки вы, бля. Сука. В пизду. Я хочу у тех яда, да, а потом спонил, да. Нет, я сплю. Хочешь, я уебу? Может, проснусь. Заебали уже, пиздец, честно. Ну давайте быстрее уже. Как будто пидо. О, дрова. Дрова мне несут. Палач ждет. Окей. Мужик. Жора. Жора. Марина. Дебил. Карина. Акакий. О, знаю, как персонажа назову. Акаки. Вообще имя. Бомба. Я вам отвечаю. Бомба. Акаки. Акаки Петрович. О, Акаки Петрович. Все, заебись. Это хил. А, ты уже лей. Блядь. Сделали бы, честно, The Elder Scroll со всем открытым миром. Ну, не как Oblivion. Ну, с графикой Skyrim или еще лучше. А, я забыл вам сказать новости. Ну, не знаю, для кого печально, для кого нормально. Я завязываю с летсплеем на Darksiders. Сейчас объясню, почему я так сделал. Это я сделал, потому что реально мне друзья говорили, что на Darksiders неинтересные летсплеи. Ну что, интересно, ну я сам так посмотрел свои летсплей. Ну не интересно ж смотреть, как тип какую-то хуйню несет. Да я, в принципе, и сейчас хуйню несу, бля. Ала-ла-ла, блядь. О, блядь, что-то я сильно, блядь, загибаю, блядь, полку, блядь. Тебе че не похуй, ты, блядь. Быть. Бычар. Пизду. Бла-бла-бла. Он, наверное,
Ты ее, наверное, был этим, блядь, сексуальным слугой, да? Ну ладно. Реально, вы смотрите, как он странно ходит. И это тоже. Беги, Петрович, беги! Мне водку прихвати, Тор! Бля, Петровича завалили. Ебать. Слушай, вы задолбали меня и ты называть. Эй ты. Мне нравится вот тут выбирать им расу, им интересно. Не удивляет, что у них раса меняется так быстро. Не знаю, если мам, то думаю высоким эльфом, но, блядь, не прикольно же. Эти разумные рептилии, отлично приспособленные к жизни в опасных болотах своего родного Чернотопия. Они что, черные, ну ладно, обладают врожденным сопротивляемостью болезнями, способны дышать под воду, они обладают способностью к арахису, позволяющей быстро восстановить здоровье. Пози. Бля, если я махаю, ну бля, не болезнь. Ой, так уж и быть, блядь. Пол. Бесполое существо. О, красавчики, блядь. А, кстати, я скачал, да, я пират, вы знаете, что я пират. Я скачал версию сразу с дополнением Downheart. И когда я пройду и выйдет, я думаю, ну, говорили, в 2013 году выйдет DLS для Skyrim Dragonborn. Во, вспомнил. Dragonborn. Черным сделан. Давайте качком не хочу, ебать, будем, блядь, этим. Тощий. Цвет глаз. А, цвет лица. Заебись. Грязь. Да, ну это рыгачка. Рыгачка, на рыгачку, смотрите, рыгачка. Не, я не хочу, чтобы мой персонаж ходил в рыгачке. Цвет грязи. Грязь. Да, грязь. О, я, кажется, грязь увидел. А, не, шрам. Шрам на все ебало есть. Блядь. На весь ебальник нема. Ну, о, ладно, вот такой нормально. Боевая раскраска. Тоже на рыгачку похоже чем-то. О, он будет, блядь, не идти. А, ее нужно раскрашивать. Точно. Я забыл, сори. Сори, пацаны. В желтенький, не, желтенькая сильная. Блядь. Вот такая она. В крови он ходит, нос. Вот, типа, блядь, играет высокая роль. Глаза. Вот глаза, интересно. Цвет глаз. Ты упоротый, шо ли, сука? Арганианин, ты пьяный, иди домой. Серьезно, не, ну посмотрите на эти глаза. Такие милашки. Милашки, ты кайдите, ну вообще не. Ладно, все узнал мани. О, заебись. Брови. А, у них такие брови, ладно. Будет гламурным подонком у меня. Рот, блядь. Заебись. Лол. У них такие прически, да, ну ладно. Ну ладно. Вот. Ну ему пойдет. О, вот такая ему. Не, вот такая. Вот. Вот это. Все. Цвет волос. Вот такой, наверное. Вот такой, точно, вот такой. Все, возьму вот такой. Эра готова, готов. Закончить и выбрать. Акаки, да. А что на английском? Ебать, Акаки. Петрович. Петрович. Будет Акаки Петрович. Ты дебил? В бездну. Да тебя я тебе выебу нахуй. Ты такая сексуальная, ебать. Такая именно. Ну, бля. Соси писюн. Дебил, блин. Ой, подлаху еще. Автосохранение. А, это автосохранение было. О! Завтра будет на Alan Wake. И я не знаю, я тоже. Ладно, на Alan Wake завтра будет. Этот летсплей
Это сейчас скажу. Да, четверг. Да, завтра четверг. В пятницу я возможно, не знаю точно. Пишите в комментарии, если вы не против того, чтобы я сыграл в I'm Alive. Мне просто реально пост, ну я, конечно, его я немного поиграл, мне понравилось. Такой интересный пост апокалиптический мир. Вот, как по-моему так. Вот то правильно, вот это мужик. Вот, все, точно к братьям Бури хуя. Такая минус секси. Да. Не к нему, ко мне иди. Не, у нас предков нема. Они так. Одна эти. Не, вылупливаются из яиц, а у них предков нема. А у яиц предков нема. Имперские, блядь, через бачу, давай! По делу. Смерть братьям бури. Соси хуй, дура. Ла-ла-ла, бла-бла-бла. Я тебя тоже убью. Что ты сказала? Как ты меня назвала? Это и ты. Иди сюда, поговорим. У меня 3 метра. А у тебя? Ты вообще его нема. Хули ты базаришь? Дура, бля. Эй, что за... Что такое? Стрёмные мужики, блядь, мне не нравится. Ну давай меня уже нагни, блядь. Нагни меня полностью. Палач, ты пьян, иди домой. Блять, он на меня что-то так стрёмно смотрит. Палач, я же говорю, ты пьян, пиздуй домой. Что такое? А я не помню. А, о, Альт, Альт. Все, вспомнил. Спасите меня. Ты кто такой? Все. Как я говорил, я уже 4 раза его проходил, но с каждым разом я в этих летсплеях я хочу еще поискать там пасхалочки, там, допустим. Пасхалочки, какие-то особые предметы, там, миссии его выполнять, ну, а дополнительно. В этом я те 4 раза я просто проходил, мне сюжет был, ну, сюжет тут, в принципе, под храмом, ну, норм, сойдет, сойдет. И, кстати, не зря наградили лучшей игрой 2011 года. Это реально, я всем советую, кто еще не играл, это очень классная игра. Не знаю, как остальным, но мне очень понравилось, я всем советую. А и малого сожгли, а не малой, малой. Малой, будешь моим сексуальным рабом? Малой. Будешь моим сексуальным рабом? Да нет, ты стрёмный. Ладно, мне девушку надо. Соси писюн, дура. Ой, блядь. Это ж вообще лысый мужик, вы что? Не знаю, это лысый мужик. Вот. Да, посмотрите. Посмотрите на него. У него черты лица, как у бабуськи. Реально, вот, баба. Вот реально, ну посмотрите, одноглазая баба, которая сперма попали в глаз, и у нее стал белый глаз. Заплыл глаз навсегда. Ебать, ну как он мог не увидеть меня? На, ты головой убью его. Пиу, 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 лазерным мечом. Пиу, 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 пиу. О, фак, стой. Блять, цена нажму. Ух ты, такая вот это, вот это мне в сексуальной рабыне. Такая. Кто там пихает? Ты шо? Хочешь поговорить? Ты хочешь поговорить об этом? Эй, ты.
педики. Ладно, побежали. Нас не догонят, нас не догонят. Сбили меня нахуй. Ладно, все, серьезно начинаю. Хотя, блядь, ну как тут можно серьезно играть? Это реально прикольная игра. Поорать можно. Что ты сказал? Это не ублюдок, блядь. Ублюдок. Все нахуй, блядь. Блядь. Сука, блядь. Пиздит нахуй, блядь. Ты, блядь, ебаный ты в рот, блядь. Честно, я один раз за империю воевал. Ебать, какой говнище. Именно говнище. В Айтране не убили у того Ярла. Я его вообще ненавижу, этого Ярла. Это он мудак такой, блядь. Не знаю. Мудак. Рыжий. Он да рыжий. У него души нету. Каким образом? У него души нету. Это ж рыжий. У рыжих нет души. А! Ты шо? Капитан очевидно всегда с нами. Это был дракон. Ебать, да ты гонишь. Давай уже. Ура! Ты на меня На меня красавца посмотрим, ебать, да я вообще. Чего не восстанет? Ты так уверен? Ща. Он, смотри, встает. Встает, он движется. Он восстал. Он восстал, он движется. Ты посмотри на него, он движется. Он движется, он хочет твоим сексуальным рабом быть. Не особо. Ладно. Да, я ж дебил. Ну вот, смотри, 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 видишь, видишь? 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 Он восстал, он летает, он научился летать. Правда, ебалом по асфальту чиркает немного. Да нормально, это норма. Почиркает немного. Так я ж, а если бы я ничего не взял, то шо? То шо? О, пламя. Так, и восстановление надо, кстати. И таланты. Карахиста, да, это говорят. Классное это, водное дыхание. Ладно, сейчас мы этих придурков убьем и пора заканчивать с этим летсплеем. Давай пробуй, ты дебил. Мана быстро заканчивается, конечно, это печально. Ну ладно, хули, давай тут жить будем. Я буду спать на этом, на стульчике. Все, заебись. От кого прятать? Мне похуй. Я их за хуй не считаю. От кого? От них. Неплохо. Пивная кружка. За тебя, друг. Ой. Давай. Ролов. 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 Низкий запас маны, ёб. Надеюсь, моя мама знает, куда мы идем. Уйди нахуй. Ой, за ноги. Ноги какие-то у них странные. Сейчас. Оп, сейчас, о, все заебись. Не, я придумал сейчас. Да стой ты, сейчас. Да я. Оп, о,
Во-во-во-во! О! О! Зашибись. Все. Пора заканчивать. Всем пока, с вами был Homestyles. Не забываем подписываться на мою группу ВКонтакте. Ссылка под видео. Все, всем пока. Завтра будет одно видео. Ой, не. Завтра будет два видео. Завтра будет, наверное, два видео. Посмотрим. Или одно, или два. Скорее всего, два. Все, всем пока. Удачи, здоровья, счастья. Подписываемся на мою группу ВКонтакте. Со временем, как я говорил, будет канал. Все, всем пока. Пока.